Здорово всем, парни, с вами Василько, это MailBet, ссылочка на сайт будет закреплена в комментариях, спускаемся вниз, там есть комментарий, и первый комментарий, именно ссылочка на данный сайт. Также для вас будет бонус-код на 10400, вводите его перед регистрацией, получаете 10400 на свой баланс. Сразу же снимаю второй ролик, подняться до... Десять тысяч. Пытаемся это сегодня сделать быстро, потому что, ну, стратегию показал. Что еще вам надо? Что еще вам надо? Я думаю, да ничего особо, поэтому сейчас быстренько фастиком сделаем это дело и уйдем смело. Да. 1-1. 16, но это уже только... Ну, давайте. Ага, поражение. Как-то так сделал. Давайте 3000 поставим. Да, это жестко. Но это может сейчас нам все сделать красиво. Хорошо. Я что-то мне сначала в глаза показалось, то, что я проиграл, но... Фух, ёпта. Ладно. Мы с вами подходим красиво. У нас уже, блядь, я не знаю, как так получилось, но за минуту плюс. Хороший плюс, кстати. Это все зависит не от меня, как говорится, а от... Ну, вот этого долбанного везения. От этого долбанного везения большую часть все зависит. Давай, 17 покажи мне, а здесь 18 покажи мне. Ладно. Короче, 3000 у нас осталось, я не хочу что-то особо играть. Хотя можно, знаете, как сделать? 250, обычный стиль, 250... 250, даже 450. Если что, в случае этого, в случае проигрыша, того самого, удваиваем. Допустим, ну, уже 950 ставим. 950. Еще берем. Стопаемся. Да как ты так делаешь-то, а? Залупа конская. 21, ладно, живем. Давайте 550 поставим. В случае проигрыша я пока что не рискну что-то делать. Хотя мы с вами выиграли вроде как хорошо. Так, 100 рублей. Давайте 100 рублей. 21, понятно. 600 рублей. Ну, после 21, я думаю, 600 рублей это можно поставить. Фу, не знаю. 4. Ну, а что мне еще валить, а только вынимать? Да, против двадцатки-то. Что еще делать? 13, 17, 19. 3600. Это жесткая ставка. Ну, 2 победы, 5 проигрышей. В теории я могу сейчас забрать. Ничья. В теории. Сейчас должно... Ну, 19. 23. Все. 9400. Это потому что, ну, просто чекайте, 3 победы, 5 проигрышей, а там было 2 победы до этого, как я понимаю. И то есть, чисто логически подумать, ну, столько проигрышей, это очень жестко. Но, ну, как это работает, я вообще не понимаю. Давай, по-братски, 20, 15, 1900. 1900 возьмем сразу же. Да, я понимаю, это очень жестко. Это очень жестко. Нет, ты что выбираешь? 4000 можно сделать. 3 победы, 8 проигрышей. Это вообще, ну, сейчас выиграть должны. Ну, что ты лагаешь? Стопаемся, выиграли. Давай не лагай, по-братски. Ну не лагай. Сейчас решается все. Вся судьба моя, жизненная. Я пока соку попью. Пока эти лаги идут. Прошло 5 лет. Обновляем страницу. Ага. Стопаемся, как я уже сказал. Все, забираем. 10200. 10200. Все, мы с вами сделали эту цель. Я обновил, кстати, все раздалось так же, но...
проигрыш победы аннулировались. Как ты ничью мог сейчас сделать? Я вообще не понимаю. Ну, вообще в теории даже не понимаю. Ладно. Все, пацаны. С 500 рублей мы с вами сделали 10 тысяч, и это хорошо. Подписываемся на канал. Не забываем ставить лайки, оставить спорный комментарий. Напоминаю, что тот, кто самое лучшее приветствие мне новое сделает по всем абсолютно сайтам, тому я скину на халяву 50 рублей. Все, всем удачи и всем надеюсь. Удачи, парни. Пока.